Привет, как дела? Сегодня хочу рассказать вам про Челсика. Уже 4 месяца она живет у нас, и с каждым месяцем все больше и больше открывает в себе новые какие-то интересные характеристики. Итак, что мы узнали еще за один месяц? Она очень любит снег. Ну, так как мы постоянно ходим на кладбище кормить наших подопечных кладбищенских собак, она ходит с нами, и там мы узнали, что она очень сильно любит нырять в снег, в сугробы, и прямо носом так роет, копает, в общем, ищет там кого-то, то ли мышек, то ли, я не знаю, кого она там слышит, ушки так навостряет, такая, кто-то там есть, и хоп, как прыгнет туда. В общем, интересно, такая поскакунья, и потом еще носом роет, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, как будто бы за кем-то бежит. И вообще, она очень любит гулять по снегу, прямо вся такая бегает, прыгает, радуется. Когда снег растаял, она была очень сильно разочарована. Но сейчас снова выпал снег, и она просто счастлива, в безумии пребывает. Также там на кладбище мы ее немножечко приучаем гулять без поводка, но так, чтобы она нас слушалась. То есть, если она начинает убегать далеко, я говорю ей «стоп», она останавливается и говорю «иди сюда», она идет. Но иногда не слушается, конечно, такая у нас «чики гёл», то есть шалунья, и убегает очень далеко. Топ-топ-топ-топ-топ. Челси? Челси? А ты моя красотуля. Красотуля сама уже гуляет, да? Сама гуляет, девочка наша. Куда ты пошла? Снег. Там снег. Там снег. Я хочу туда, туда, и еще вот сюда, и вот туда. Нельзя. Молодец, молодец, послушная девочка. Нельзя, стоп, идем. Молодчин. Стоп. Молодец. Стоп, стоп. Я сказала стоп, стоп, стоп. Молодец. Вот умничка, послушная девочка. Молодчинка, молодец. Ну что, кто тут чики-гел? Кто такой чики-гел? А? Челсик? Хулиганка. Прямо взгляд хулиганки такой. С собачками на кладбище она общается так себе, то есть с пиратом она хорошо, с мальчиком, а с девочками не очень дружит. С Розой еле-еле, через сжатые зубы общается, иногда кидается на нее, Роза тоже огрызается, а Моня ее боится, ну, в общем, обгавкивает Челсика. Вот, так что интересно бывает. Пират! Где моя косточка, мамка? Где моя косточка? Вот такая косточка. Все, пирату больше ничего не надо. Мы пока пойдем потом. Довольный, счастливый парень. Челс такой, а мне косточку? Я тоже хочу. Может быть, я кашу поем? Не, кашу не хочу. А вот там косточка у него, я бы взяла. Я бы хотела такую же косточку, но мне не дают. Ну пошли, Роза, мама там гонит. Челси, ты маленькая, тебе нельзя такую косточку. Ну, прямо все в сборе. Монечка, иди сюда. Идем, кашка будет тебе. Ты любишь кашку. Идем, идем. Скорей, скорей, скорей. Пират там уже получил косточку, что ли, снова. Розали. Моня, Моня. Моня, на, Моня. Иди сюда. Моня. Ну, ты ей туда, да. Мончик! Что ты там копаешь, Челси? Что ты там копаешь? А что там пират ест? Я тоже такое хочу. Розалия! Роза! Моня! 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 Красавица Моня! Роза все забрала у тебя.
Вот так, вот молодец. Че, Челсик, покормила всех собачек? Молодец. А вот тут еще что-то есть. Вот это еще им дайте. Вот это еще дайте. Вот еще кашка для Мони и для Розы. Монечка, Мончик мой хороший девочкин. Ну как ты, все скушала? Всю кашку? Молодец. Сейчас еще дадим. Пошли. Косточки. Косточки мы любим. Челси, что ты кушаешь? Что жуем? Вкусняшку? Тебе досталась вкусняшка? Ау, вороны тоже хотят покушать. Розочка. Роза. Красавица наша девочка. Розали. Ну, как себя чувствует наша девочка? Ага. Красотка. Ты у нас красотка. Ты у нас красотка. Красотуля. Красотуля Роза. Ай, какая собака. Какая собака, да? Да? Какая собака. Ой, как хорошо пиратику. Ой, как хорошо пиратику. Вот он как накушался. Счастливый. А, еще один раз она у меня сорвалась поводка, и когда мы ее отпускали, сорвалась поводка и побежала по кладбищу. Прямо так стремительно убежала. Потом я ее позвала обратно, она побежала обратно, но убежала в другую сторону и выбежала за забор кладбища, представляете? Слава богу, там опять же таки нырнула в снег и кого-то выискивала рядом с составом поезда. Там у нас поезд стоит на рельсах. Но он никогда не двигается, просто так поставили, с Нового года он у нас там стоит. Но я очень сильно испугалась, что она убежит, попадет под машину. Но, слава богу, догнала. И с тех пор потихонечку, понемножечку ее отпускаем, буквально по 5 шагов сделать. Но ей очень нравится бегать, прыгать и скакать. В общем, такая у нас шалунья девчонка растет. Ну а так вот, пока она у нас рыла носом, кое-какие кадры я тоже поснимала, отправила в свои пресс-агентства. Они не только новостные фотографии публикуют, но и также интересные, прикольные с собаками, с кошечками, с разными животными. Может быть, тоже что-то продастся. В общем, Челсик со своими приколами теперь работает на меня. Вот такой вот у нас выдался январь. Что будет в феврале, тоже покажу и расскажу. Еще одна характеристика у нас открылась совсем недавно. Попробую ее заснять и расскажу и покажу вам, какая у нас прикольная Челси. А сейчас я сделаю для вас такую небольшую нарезочку из всех приколов Челси. Так что смотрите, как она у нас прыгает и роет носом снег. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!